Так у нас начинается игра. Финал Хелвадем Капа номер. Интересная игра этого дня. Да. Хелвадем Кап номер 39-1-1. Intensity Peak Maxxity. Maxxity играет в этом финале против Найна. В Капе участвовало всего 4 человека. Соответственно, Maxxity выиграл полуфинал у Стоуна. А Найн без особых проблем расправился с Атаканом. И при этом был сыгран матч за третье место уже, который также... Который закончился крайне печально для Атакана. Стоун там сильно потерял. Особо-то и не играл. Я считаю, что не стоит слишком много обсуждать матч за третье место. Обсуждать нечего. В принципе, да. Давай будем честны. Вот тут очень неаккуратная игра от Найна. Нет, это уже 1-1. А, что-то я пропустил. Пропустил то, как Найн законтролил взятие РПГ у Макса, бил противника, не дал ему РПГ. Сейчас допустил ошибку, не усмотрел он за шариком, который очень опасно летал. Тем не менее, Найн готов идти брать РПГ. Дает шар. Макс также дает шар. Кстати, обрати внимание, забавная вещь, Леонидас утверждает, что Найн использует скрипт на распрыг, и, в принципе, это похоже на прод, судя по тому, как он двигается. В принципе, я думаю, на этом-то... Ну, знаешь же, в дейме этих скриптов у всех столько этот, что я даже не знаю. Первый, кто вспоминается, это Вуди. За это ничего не будет, поэтому... Конечно, забавный момент, все-таки ДН 2018. Ну, если бы я был бы какая-нибудь возможность, я бы это все нахер запретил, но... Ну, если это запретить, то как бы окажется вдруг, что половина комьюнити играть не умеет, поэтому... Так, ну... Тем временем, наверное, потерял контроль над картой. Да, да. Делает отрыв, взял РПГ. Хорош, шарик. Три респауна, и тут вообще без шансов. Кстати, не совсем лаг, вот я не согласен. Наверное, шары на этой карте очень опасны. Если знать, как их кидать, то... Ну, Maxxity эту карту очень хорошо знает. Да, это сильнейшая карта Maxxity. Я здесь не понимаю, как это случилось, что они эту карту играют. Они, возможно, решили... То есть я не видел пик и бан, а может быть, они решили две хом-карты просто... Я сам не знаю пик бан, однако... Maxxity, соответственно, играет Intensity. И от Найна Ластарена. Как не припомню, чтобы Найн прошел Ластарена, но... Без шансов, наверное, всего же 10 хп просто Maxxity, который уже... Ну, Maxxity занял грамотную позицию. Собственно, чего мы и ждем. Просто кидать шары в зону РПГ, и... Наверное, успел спрыгнуть, к его счастью. Но, опять же, Maxxity прекрасно все слышит, тут вообще не повезло немного. На самом деле, сейчас Найн повезло, что шар его не убил. Да, он запрыгнул на лифт, а шар был у него прямо за спиной. Хороший закрот. Надеюсь, думал, что получится обмануть всего соперника. Не попался, наверное. Да, ну пока что, наверное, упускает возможности в этой игре. Открыл он счет. Maxxity не дает возможности, он отлично контролирует карту. И, в принципе, все выглядит так, будто, наверное, ловить нечего. О, сразу видно, кто давно не играл в ДМ. Не получилось сейчас Maxxity запустить шар, и это, по сути, сыграло свою роль. Леонид сразу дает свой комментарий, да, наш сегодняшний эксперт. В принципе, да, ну, после последнего апдейта есть такой баг в игре, что бывает, ты не можешь быстро шарики выпустить. Maxxity уже готов контролить. Найн не пошел, у него хп мало, одно попадание в тело, он труп. Поэтому он решил... Но Maxxity все это читает, дает гранату префайром. Найн очень неуверенно стреляет с дроби. Отличная позиция, в принципе, есть шотган, ПП полно. Ну, наверное, бегает. Ему больше ничего не остается, по сути. Но все равно даже близко не 100 ПП после всех аптечек съеден. Только сейчас он ожирается. А Maxxity наверняка уже есть и армор. И он следует по пятам за Найна. Да, но у Найна есть физика, и... Может быть, он как-то сможет ее убить, но нет, он совсем... эти батарейки, они как-то отвлекли все его внимание. Тем не менее, Гренов залетает прямо в Maxxity.
вставляет ему 22 хп. Мочи уже взял одну аптечку. Абсолютно откуда к нему враг может прийти и не смотрит выход из метро. Соответственно. Он вроде бы попал греной, снес. Это РПГ сейчас будет шар от Мэзи. Отличный шар, очень хороший тайминг. Ну сразу видно, кто умеет карты играть, кто понимает, что нужно делать. Сразу же респаун. И счет уже 9-2. Ловить абсолютно нечего. Пока что. Непонятно, что чего, наверное, уже закомбачить. Или, по крайней мере, хотя бы сократить отрыв. И все идет к тому, что игра будет достаточно. В одни ворота. Ну да. Счет намекает быть разгромным. Опять же, очередной шар. Туда, где как раз-таки находится соперник. То есть видно, что Мэкс отлично понимает, что происходит на карте. Знает, где его соперник. И контролирует ситуацию. Пускает уверенный шарик туда, куда надо. Да, очень Найна плохая подсволка от Найна сейчас Найна была. Вообще не понял, что сейчас сделаю. Решил сейчас подсволкой сам себя спал. Хороший шотган сейчас был. Но опять же, он пытается как-то додавить, бочка в никуда и. Да, на самом деле, знаешь, выглядело все так, будто он очень сильно снес. Но на самом деле он ну, снес. Ну, учитывая, да, армор. 14 хп всего лишь было. Снесено. Вот. И опять же шар на знание. Вот. Видимо, знаешь, видимо, Леонидас, он. Хейтер Найтов, потому что на каждый килл будет сделан за счет Найт, даже если там было что-то в духе убить на респе, дарабалета, что в принципе, наверное, ну... Возможно, он просто хейтер скриптов на распе. Да, может быть, наверное, выступает за честную игру, вот, то есть... Саму новую игру. Возможность, попадает, конечно, хорошо под столкой, но... Ну, видно, что Найт понимает, куда ему нужно отходить после успешного действия, то есть он начинает отжираться, при этом... Давай возможность соперника сделать то же самое, и как бы вот он попал под стол, 50 хп, но... Ну, Мэкси же уже восстановил запас хп, еще 3 броньки собрал. То есть, и тут очередной шар, я так и знал, что все этим закончится. Игра в одни ворота, то есть, казалось бы, финал. Да, ну это Hell 2DM 2018. Здесь стоит отметить, что, возможно, если бы играл вместо Найна Фишер, то игра могла быть совсем другой. Фишер бы очень хотел поучаствовать, но не смог. Мне кажется, даже если бы Стоун играл, все-таки игра была бы не так уж в одни ворота, все-таки 14-3, при этом последние 2 килла были какие-то абсолютно... Макси пытается сделать трик, получается. Здесь очень опасный шар. Ну, честно говоря, он очень неуверенно его кидал. Не прицельно, скажем так. Ну, скажем так, с глаз Мэкси это все равно выглядело несколько опасно. А я смотрел с глаз, наверное. И видно было, что он особо не целился шаром, то есть он уже запаниковал. Решил его сразу быстро пустить. И в итоге он улетел. Ну, конечно, рядом прилетел, но... Хорошо отыгрывает Мэкси, все четко. Поймал все, что у него летело, отбил удачно, сразу же респаун. Кстати, знаешь, вот эта ракета на абсолютно не снесла ничего, наверное. И сейчас перестрелял на шотгана. А, ну, кстати, 88 хп, он решает все-таки отойти. 98 его оппонента, хотя... То, в общем-то, никто ни в кого-то и не попадал особо сейчас. Шотгана вроде, знаешь, только... Если берет шар,